завтра работаешь? Да. А до скольки? До 8. То есть ты, Боря, не сможешь садик забрать? Нет. Мам, он первый начал! Он первый стал плеваться! Борис, мам, угомонитесь! Маша, выключай телевизор! Мам! Я сказала, выключи телевизор! Ты же опять придумывать очи! Никаких не смотрю! Боря, я же сказала, иди чистить зубы! Чего? Ты уроки все сделала? Да! И историю? Да! Я приду проверю! Да уложи ты! Ну что, все легли? Все, все. Сейчас я вам приду. Да, нормально. Вы Сухоруков? Да. Ну, рассказывай, как живешь? Нормально. С институтом что? Закончил летом. В аспирантуру не пошел. Собираюсь в кругосветное путешествие. Зачем? Как зачем? Мир повидать. Пойдем со мной. Я? Нет, спасибо. Да ладно тебе. Стой! Тихо! Держи. Мы плывем с тобой на Филиппинские острова. С Филиппинских островов мы плывем в Индонезию. Из Индонезии в Австралию, в Сидней, дальше в Южную Америку, в Африку. Глупо. Почему глупо? Ну а деньги-то откуда? Так я матросом пойду. Меня приняли в команду. Я еще полгода назад отправил запрос. Так все, зарплату будут платить. Нас с тобой ждут Австралия, Япония, Азорские острова, Великобритания, Ницца, Греция. Если зарплату, то дам. Я смотрю, ты хорошо питаешься. Ой, выглядеть ты мог бы и получше, конечно. В 46 распускаться нельзя. Нельзя. Жень, ты долго еще? Я на работу опаздываю. А знаешь что, Женя? А что? Давай-ка выпьем. А что читаешь? Ну, ты же слышала, звонил Третьяков. Кстати, обещал вернуть долг за Серёжинский детектив. Вот, прислал очередной эпос. «Одиночество в гробу». Господи, где они берут такие названия, а? Просил отредактировать до пятницы. Вот как это, до тихо, пятницы? Тихо. Как вот это, тихо, до пятницы? Ну что? Тише, распутишь? Слушай, у меня завтра смена. Не забудь, пожалуйста, Борьку из детского сада забрать, а? Да. Ну, давай, не думай ты об этом, Зыкин. Зыкин. Третьяков, а не Зыкин. Что делаешь? Ответ отправляю. Какой ответ? На что? На письмо. Подожди, ты что, смотрел мою почту? Она была открыта. Да, но письмо-то на тебе. Что ты себе позволяешь? Поздно. Что поздно? Ну все поздно. Отправляется уже. Отправил? Что ты там написал? Ты писал просто, что ты не будешь больше писать этим графоманам, чтобы они отстали от тебя. Ты что, с ума сошел? А ты подумай о том, что мы ипотеку быстрее платим.
кто тебя просил? Смотри, действительно отправил, а? Так, как его обратно-то оттуда, а? Что ж ты... Ну вот что теперь делать? Так. Все. А зачем они присылают тебе такие письма? А потому что это моя работа. Я редактор. То есть ты что? Ты редактор бульварной лабуды? Да. Я не верю. Ну, знаешь, веришь, не веришь. Я обычный человек. Не писатель, не знаменитость. Нормальный человек, знаешь, так бывает. Я не понимаю. Чего тут понимать? Подожди. Ты женился? Да. На ком? Я не виноват! Выключи телевизор! Он сам виноват! Софочка, дадут мне поработать в конце-то концов! Ну, ты не знаешь. Нет. Я не верю. Жень, зачем ты пришел, а? Я должен был когда-нибудь прийти. Но я не думал, что все так будет. Постой, подожди. Чего ждать-то? Я хочу все объяснить. Да не надо ничего объяснять, мне и так все понятно. Я прошу 5 минут. 5 минут, можно? Пожалуйста. А я выпью. Понимаешь, как в жизни все происходит. Человек, он предполагает, а Бог располагает. Ты что, еще и в Бога веришь? Да, что? Ничего, капец. Ладно, давай дальше. Ну, в общем, в молодости тебе кажется, что все в твоих руках. А потом жизнь берет и все переворачивает. И что? И ничего. Что значит ничего? Что значит ничего? Ты нормальный взрослый человек. Ты что, больной? Ты Освенцим прошел? А? Какие проблемы? Ну вот если не удалось ничего сделать, ну не удалось! Ты ищи другой способ! Не открываю дверь, ты в окно! Эй, люди! Ты что? Или сдохни! А если нет другого способа? И сдохнуть нельзя. Я обычный человек, Жень. И живу жизнью обычного человека. Угу. Я вижу. Семья, квартира, зарплата. Я думал, ты умнее. Еще нет. Прости, я отнял у тебя много времени. Где у тебя часы? Возьми мои. Хорошо ходят. То есть ты уходишь в кругосветку? Ну да. Несерьезно это. А то, чем ты занимаешься, это серьезно. Вот ты писателем хочешь стать. Ты должен понимать жизнь. Я такую жизнь не понимаю. Пишешь.
Вот думаешь, ты напишешь, как в Африке люди вниз головами ходят, и сразу получишь пулитцеровскую премию, да? Я про моряков писать буду. Да я читал эту всю твою галиматью. Посмотрим еще. А я посмотрел. Знаешь, уже насмотрелся. По издательствам будешь ходить годами, умолять, вымаливать будешь, чтобы тебя напечатали. И напечатают. И что дальше-то? Дальше сам будешь выкупать весь тираж за свои деньги, чтобы долг отдать издателям. Ты же бездарь. Но ты еще и честный, понимаешь? Воровать не сможешь. И дерьмо писать не сможешь. И что будешь делать-то? Что? И вот тогда вот эта работа. Да, пусть такая, но постоянная. Все эти борщи, обеды, дом, в котором тебя ждут. Вот это все будет твоим счастьем. Поверь, для того, чтобы смириться, это тоже силы нужны. А я не хочу смиряться. При твоей энергии ты можешь до главреда дорасти. Ты должен мне верить. Я должен тебе верить. Я могу поверить даже в то, что я бездарь. Но когда ты женился? 12 лет. А раньше? Она сама ушла. Ясно. Не нравишься ты мне. Какой есть? Пошел я. Уже? Да. Пора мне, а то опоздаю. Они ждать не будут. Вот и заходи. Ни за что. Нет. Ты не можешь вот так просто уйти. Ты не имеешь права так думать обо мне. Я старался. Я действительно сделал все, что мог. Я хоть как-то делаю этот мир лучше. Дети у меня прекрасные, замечательные дети. У меня ответственные. Ты пойми, я не могу взять и все бросить. Они любят меня. Я не могу причинить им боль. Прощайте, Евгений Сергеевич. Женя? Женя? Что случилось? Женя? Женя?